прокуратуры города Бердского совместно со специалистами Государственной инспекции труда и Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере транспортного обслуживания населения. Были проверены три организации, осуществляющие пассажирские перевозки по межмуниципальным маршрутам. В ходе проверки были выявлены нарушения как трудового законодательства, так и законодательства о безопасности дорожного движения. Так, например, в одной из организаций выявлено, что водители автобусов работают в отсутствие заключенных трудовых договоров. Выявлялись также факты допуска транспортных средств на маршрут в отсутствие договоров обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Также были выявлены случаи неоснащения транспортных средств системой ГЛОНАСС. Всего выявлено более 40 нарушений, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях, перевозчикам внесено 3 представления. Устранение нарушений поставлено в прокуратуре города на контроль.